Смотри, Жень, сейчас там... Вот это вот все. А вот эти вот это сейчас что ли поменяли, да? Нет, поменяли раньше. Раньше назад когда? Поменяли, и вот это вот все так оно и. Но вот видите, вот кстати. Поменяли то, что мы деньги наш дом собирал вот на эти трубы, нам их поменяли. Угу. Мы в течение года все платили. Угу. Вот стоит. Вон там оно, вот туда все стояло. И в том подъезде оно стоит. И вот это вот все поднимается наверх, там дышать в квартирах нечего. Ты представляете, на втором этаже. Сейчас, вот я хочу понимать, вот сейчас, это устранено или это просто вот откачали и все? Откачали это и остатки. Все. Так-то я смотрю, что здесь у нас... Ага, вот тут везде вода стояла, вот лучше, все под ногами, все. Лучше стало. Вот. Вы не знаете, что когда было. Что здесь было, когда я первый раз пришел? То, что вот там вот с первого подъезда это все туда опять, там малая вот лестница, вот в четверг, вот такими блокнотиками. У нас 20 июля прошел, как, авария, горячая, наверное, отопление, да, горячее было, шла горячая вода. Позвонили, в Латек позвонили, никто не пришел. Сходили в управляющую компанию, никто не пришел. Пока я не позвонила вашему помощнику, 4 часа тогда прибежала бригада, что-то сделала. Я хотел вообще по этому поводу сказать в целом, дорогие мои земляки и беседки, что вы видите все равно, в любом случае у нас есть движение вперед, и мы эти вопросы решаем. Сложно, трудно решаем. Но вы должны понимать, что в содержании дома есть доля ответственности вашей. Значит, поэтому нужно понимать, что с одной стороны это ответственность самих жильцов дома, с другой стороны ответственность значит, управляющих компаний, и в той части, в том, за что отвечает муниципалитет, отвечаем мы. Многие из вас, может быть, не знают, читали, не читали мое обращение по 13 сентября. Так вот, для того, чтобы меньше у нас было таких ситуаций, чтобы у нас мы решали вопросы более эффективно, для этого вы должны прийти на выбор. Я вас к этому призываю. Как голосовать? Как голосовать? Так, вы так мы и знали? Раньше подъезды вообще сами убирали. Да. И я сейчас убираю. Это пожалуйста. Убираю. Я четвертый этаж, Галя соседку убираю. А с третьего этажа вообще никто не убирает месяцами. Вот так вот. Ну что ж вы убирали, да? Нет. А платить я хочу хоть копейки. Нет, дело в том, что если эти факты есть, давайте разбираться, мы же разбираемся. Я хожу на выборы, мы все хожу. Буквально все. Спасибо вам большое, ходите. И за вас голосовали, и другие там. Да, я больной вопрос. Козырек ваш. Дело в том, что я же вам говорил, что козырек законный подъезд. У вас существует совет дома. Извините, что подъезд. Какого совета? Если мне подписали, оплата не происходит. Мы даже не знаем, кто у нас совет. А так а что же вы не знаете? А почему же вы не создаете совет? Вы же должны делать. Кто будет создавать? По-другому не получится. У нас здесь молодые все живут, и ничего не надо. У нас вообще ничего не надо. У нас владелец квартирантов. Ну, у квартирантов есть собственники. Установим собственника. Подъезды выметаются 4 раза в месяц всего. Да ладно, сейчас зашла, подождите, зашла ваш подъезд. Пожалуйста. Сейчас я зашла подъезд, там глянут, даже на батареях нету крыльща. Два купальника валяются. Подождите, мы обметанием делаем раз в 3 месяца. У нас есть и графики. У вас такой же запах в подвале, табачище воняет. У вас жильцы вот сами свинячат. Я по поводу уборки отвечаю. По поводу уборки. У нас есть графики, есть акты, которые подписаны от жильцов. Потушили подвал, откачали. Хотя раньше мне доказывали, подвал откачать невозможно. Там стоит вода и откачать ее невозможно. Дело все в том, что здесь, знаете, какая причина, получается еще и водоканал задействован, поэтому с водоканалом будем разбираться. Потому что нужно устранить самую главную причину, почему она там появляется. Вода? Да. Горячая. Причем тут водоканал, если горячая. Нет, они говорят, что с водоканалом все работает. Горячая вода. Горячая вода. Сетей порыва. В первой квартире. Ну вот здесь вот ремонтируют, там ремонтируют. Это тепло сеть.
горячий. Это не водоканал, это теплосеть, это латет, посмотрите. Причем как водоканал, это латет. Получается, опять даже вас ввели в заблуждение. Вам говорят водоканал, а это латет. Ну это канализация, а не вода. Заблуждение, мы тоже не можем уводить главу за кого. Значит, у нас будет проблема действительно не только в вашем доме. За месяц 40 подлавок залито за месяц. Вот стоят представители Слотека, которые занимаются этой дяркой. И обрабатывают, и чистят все. Вот это письмо ушло на Смирнова. Здесь все расписано. Останавливается колодец водоканализации. Канализация работает на подход. Куда она идет? Она может прийти на первый этаж, на первый этаж, первого этажа квартиры. Или самое наихудшее, чтобы люди подвал спросили. Но мы сейчас говорим про горячую воду. Горячая вода – это градовые, вот. Это поры на сетях, на наружных сетях. Сегодня на сетях, видите, они работают. Почему? Они работают. Василий Григорьевич, почему, когда я 20 июля позвонила в Латек, что горячая вода и пара идет, тишина. Позвонила в управляющую компанию, тишина. Пока 4 часа не позвонила помощнику мэра, тогда только все побежали. Они устраняли, наверняка там другие пары были устраняли. И в 16:00 дошло время, они пришли к вам. Утечка была горячей воды, правильно? Но это вот устранили, да? Устраняли, да, сейчас они варят, все. А в квартире ламинат дыбом встал. Вот от этой сырости, от этой воды, вот что вот тут стоит постоянно она. Горячая вода, естественно, может. Будем разбираться с Латеком.